форум посвящен очень важным проблемам. Проблемам профилактики, противодействия таким опасным явлениям, которые развиваются в современном мире, как экстремизм и терроризм. И участники форума проявили искреннюю заинтересованность в понимании того, что происходит в современном мире. Такие форумы просто необходимы. Знаете, они как воздух, какая-то подпитка, потому что это не просто форум ради форума. А здесь мы, дети наши, защищают проекты, предлагают свои какие-то идеи для того, чтобы в нашей стране никогда не было национализма, радикализма. Я считаю, что эти форумы просто необходимы. И для нас большая честь, что такие форумы проходят именно на территории нашего полуострова. Форумы обязательно важны именно на таких форумах. Отрабатывается механизм действия, как минимум смягчить. Если не исключить, то как минимум наполовину смягчить вот эти непонятные девиантные поведения молодежи, деструктивные разные. И именно в таких сборах, в таких собраниях и форумах закаляется идеология и дух, которые потом в дальнейшем они же будут передавать своему подрастающему поколению.